Аномальные морозы и актированные дни в школах помогают сдержать рост подъема заболевания в регионе. Однако прогнозов, как поведут себя вирусы после полноценного возвращения детей к учебе, медики пока не дают. Между тем, среди взрослого населения подъем заболеваемости фиксируют с начала года. Врачи настоятельно советуют не заниматься самолечением. Проводится тестирование, и учитывая то, что циркулируют два грозных возбудителя, это и новая коронавирусная инфекция COVID-19, и грипп, и у них течение вроде бы одинаковое, но лечение разное, конечно, необходимо подтвердить это лабораторным тестированием и определиться правильным лечением для того, чтобы не было тяжелых последствий. Кроме гриппа и ковида, медики контролируют ситуацию по кори. Вирус стал причиной карантина в Сыктывкарской школе номер 21. Но так как распространение заболевания удалось сдержать, ограничительные мероприятия снимают. Уже завтра дети возвращаются к учебе.